Я лежала, как раз почувствовала запах дыма. Я напротив туалета, у меня комната. Я думала, что покурил кто-нибудь, и дым идет в комнату. Как выяснилось, полыхала соседняя комната. Дым валил так, что дышать нечем было даже этажом ниже, рассказывает Екатерина Арифьева. Пенсионерка вспоминает, сразу стала звать на помощь. На ее крики сбежался медицинский персонал, который был в это время в доме-интернате. Не дожидаясь пожарных машин, они самостоятельно начали тушить возгорание. Охранник у меня тут же бежит. Я Мише кричу, что там пожар. Он у меня хватает огнетушитель, вскрывает его и сразу бежит тушить пожар. Кто за кого хватался просто, помогали, ну вытащили мы всех. Анна признается, никакого страха в тот момент не испытывали, думали только, как спасти людей. Троих мужчин они фактически на руках вынесли из комнаты, тут же вызвали скорую. Потом начали эвакуировать остальных, паники не было, буквально за 10 минут всех перевели в безопасное место. По предварительной версии, причиной пожара стало курение в комнате. Как рассказывает руководство дома-интерната, мужчина пренебрег всеми запретами и закурил. Естественно, сигарету не потушил. И остались видимые доказательства – открытая пачка сигарет. В комнатах курить запрещено. То есть все клиенты проживающего нашего учреждения ознакомлены с правилами внутреннего распорядка, где это одним из важных пунктов. Но вот нарушения, получается, имеют место быть. Всех троих жильцов комнаты увезли в районную больницу, но двоих сразу же отпустили. Они получили незначительные ожоги и сейчас проходят лечение прямо в интернате. А вот третьего мужчину, того, что курил в постели, спасти не удалось. Ну, у него ожог 3-4 степени, площадью 80%. И вот, к несчастью, он у нас на второй день, 4 утра, в реанимации городской больницы скончался. Сейчас следствие устанавливает все детали произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка причинам смерти пожилого человека и действиям должностных лиц учреждения. Добавим, дом-интернат уже работает в штатном режиме. В течение нескольких дней здесь постараются отремонтировать пострадавший этаж. Екатерина Щукина, Василий Попурин. Новости Вологды.